Не дождавшись своих сыновей. У нас какие стереотипы? Зарплату выше, шубу, что потеплее. Нам всего ужаса не представить, как приходилось им выживать. А мы сегодня как же устали? Недельный стресс бы неплохо снять. Они искали кусочек хлеба, чтобы немного голод убить. А мы, шагая под мирным небом, увидев цены, твердим, как жить? Речи не было благополучия. Вовсе некуда было идти. Мы по-прежнему метим на что-то лучшее. Разве плохо сейчас на нашем пути? Есть город свой, твердят. Что с ним стало? В нем не осталось совсем своего. Так всем чат в мегаполис, там жить так славно. Мы сами тащим его на дно. Ведь мы лишь только вокруг всю портим, в поисках жизни неспростых, стараясь мир вокруг сделать комфортнее, губя порою своих родных. Что-то резко пошло не по плану? Вид твой проще, чем у других? Или прошлые наболевшие раны вновь тебя гнетут, не остальные? Если молча присесть и подумать, можно много всего понять. Важно просто быть в меру мудрым. Нужно строить уметь, не ломать. Но каждый третий сегодня в печали, вновь глушит боль за бутылкой вина. Не для того за мир жизнь отдавали, не для потерь себя день ото дня. Взгляните только, какой хороший, невинный взгляд, впереди вся жизнь. И как там дальше судьба изложит, зависит только от нас самих.